Ребятушки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем трек «Делаю музон». Ребята, ну очень красиво, да, ну красиво. Какой голос, ребятки? Ну заслышите, да? Ну красивый голос, очень. Такой тембр красивый, чистый. Такой, знаете, звонкий, красивый голос, ребятки. Музыка интересная, красивая. Начало замечательное, ребятки. Слушаем дальше, ребятки. Очень интересно поет, очень интересная манера исполнения. Немножко автотюнинг есть для красоты. Он там, знаете, просто такие вибрации дед в голосе делает. Вот такие вибрации, поэтому его включает. Да, красиво. Немного, а чуть-чуть просто для краски. Украсить, понимаете, ребятки? Очень. И музыка тоже. Электронная обработочка чуть-чуть есть. Все стильно, современно. Прямо вот по последней моде. Сейчас так модно, ребятки, очень стильно. Голос звучит стильно. Музыка, да. Давайте дальше слушать, ребятки. Ребятки, ну я еще останавливаю. Ну красиво поет, прям вот чудесно. Прям вот я вот останавливаю, мне нравится очень. Очень нравится. Ребятки, молодец, молодец, очень стильно, очень современно. Вот я повторяю еще раз. Слушать приятно. Слушать очень приятно, необычно, профессионально, ребятки. Человек тоже занимается, видать, музыкой давно, потому что, ну, человек, который не занимается музыкой, он не может так ни петь, ни писать. Ну, понимаете, музыка очень красивая. Талант. Исполнение очень красивое, понимаете? Где надо, добавляет автотюнинг чуть-чуть. Украшает свой голос. Все стильно, ребятки. Молодец. Направление очень хорошее у него. Ему идет это направление. Поет красиво, ребятки. Ну, мне очень нравится, друзья. Очень нравится. Я с удовольствием послушала. Танцевать можно. Все хорошо. Прям идеально. Продолжай в таком же духе. Да, приятный трек. Да, приятный очень. Не крикливый. А знаете, действительно красивый трек. Трек о чем, ребятки? Что молодой человек пишет музыку. Понимаете, он старается, ему это нравится, это его дело. Вот, ребята, слушайте, ребятки, наслаждайтесь, очень красиво, ребята, очень красиво. Ни одного плохого слова, ребятки, все чистенькое, хорошо, умница. Продолжай в таком же духе. Пока, друзья.